Прямо сейчас давайте заглянем в наш садовый календарь и узнаем, какие работы принесут пользу нашему огороду. Луна по-прежнему убывает и находится в знаке Козерога. В этот день можно заниматься посевом пряных трав для выращивания на подоконнике, либо на рассаду. Можно заниматься прополкой, прореживанием всходов, делать корневую и некорневую подкормку растений, защищать от болезней и вредителей, пикировать рассаду. Благоприятный день для посадки клубни луковичных и многолетних цветов, а также декоративных кустарников. Таков объем задач на этот день.